Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, and a rock Tim's with the text. Butterfly doors on the Tesla, I just spent shit on gas. $150, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. And there's no growth on my cheese, boo. Bitch got a twin and she let me hit it. Hold up. Freaky little mommy wanna suck me till I sleep. I can't even lie, yeah, she being a little creep. Now she wanna airdrop me, pick double D's. And she don't charge her fee, they for free. Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на канале Mariam USA Vlog. Добро пожаловать! Подпишитесь, ставьте колокольчики, будет очень интересно. Видео снималось с целями о том, чтобы выложить, конечно же, в YouTube, потому что я знаю, что очень много людей, которые хотят по этому пути переехать с детьми, их тревожит, гложет, как же дети переносят эту дорогу, как же на них отражается это все. На своем примере скажу, я тоже искала таких семей, влоги семей, которые переезжали вот по тому же пути с детьми. Я всегда в поиске искала людей, которые переезжали с детьми, потому что у меня самой 3 детей, и мы с ними решили через Мексику поехать в Америку. Все это было спонтанно, можно сказать, потому что мы не планировали, а просто как-то вот проснулись и решили, что мы хотим переехать в Америку. Вот. И начали интересоваться этой темой. Я смотрела на YouTube очень-очень много видео разных людей, разных семей, как они через Мексику переезжали. И, кстати, можно такой акцент сделаю на то, что если у меня какие-то в разговоре будут какие-то слова неправильно сказаны, я очень извиняюсь, мы не находимся на уроке русского языка. Я обычный нормальный человек, общаюсь как могу, так что sorry. Я армянка, но разговариваю на русском, я считаю, что вполне нормально даже разговариваю. Так что это закулисье такое. Вот. Начну с того, что мы решили, значит, купить сначала тур. Нас было 9 человек, наша семья и семья моего брата, мужа моего. То есть 9 человек нас было. У нас было 3 детей маленьких, у них 2, но дочка постарше, конечно. И мы решили купить тур и через тур поехать сюда. Мы, когда позвонили в турагентство, поехали, точнее, в турагентство, нам сказали, что хорошо, мы вам продадим тур. Проходит время, нам звонят, говорят, вам отказали в туре. А почему нам отказали? Потому что в турагентство говорили о том, что Мексика, значит, не ждет в Мексике кавказских наций, таких как армяне, азербайджанцы, грузины. Значит, вы знаете, что мы, значит, нас не ждут, типа, здесь. Но мы позвонили в консульство Мексики, в Москву, и нам сказали, что это полнейший бред, что такого нету, что Мексика ждет любую национальность и принимает очень хорошо. Ну, так вот, мы решили уже не слушать никого, решили прямые рейсы, уже сами купили билеты и направились. В онлайн-сайте консульства Мексики я сделала электронные визы на 9 человек. Это у кого, ну, гражданам России, то есть не нужны никакие там специальные визы, Шенген или что. Достаточно просто зайти на сайт Мексики, ну, консульства Мексики в Москве, и сделать электронные визы, которые делаются очень легко, и буквально за несколько секунд можно сделать эти электронные визы. Значит, я сделала на 9 человек электронные визы на сайте Мексики, в консульстве, точнее, извиняюсь. Я сделала эти визы, и мы начали покупать онлайн-билеты. Билеты купили мы через Аэрофлот. Ну, естественно, тогда были вылеты с Москвы, а сейчас чуть это все затруднилось. Тогда это было 20... мы покупали билеты, 22-го мы должны были, 24-го мы должны были вылететь с Москвы в Канкун. Так вот, я сделала эти электронные разрешения, потом мы купили билеты, и потом мы через Booking забронировали гостиницы. Очень важный такой момент, скажу, когда берешь билеты, нам надо брать обязательно туда-обратно, потому что это все иммиграционные офицеры смотрят, и это все учитывается там. То есть, если ты не берешь обратный билет, они думают, ага, значит, он сюда едет не отдыхать. Вот такой момент есть очень интересный. И также и Booking. Мы брали гостиницы, тоже оплачивали полностью, чтобы у них никаких вопросов не было к нам, что а почему так, допустим, да? Поэтому мы все купили, все оплатили сразу. И еще мы тогда купили же в Booking, также забронировали отель. Гостиницу я оплатили полностью. Все это распечатали, все абсолютно распечатали, чтобы когда у них какой-то вопрос возникает, то ты это достаешь, им показываешь, они, ага, все в порядке, печати ставят и до свидания. А когда вы не печатаете это все, вы должны зайти в приложение, пока там загрузится это приложение, пока вы покажете, что вы действительно купили все, что у вас там все есть. Это очень долгая история, поэтому лучше, конечно, распечатать. И получилось так, что 22 января мы должны были вылететь в Москву. Мы еще, да, купили билеты с Краснодара в Москву на самолете, чтобы полететь. И там же тоже через Booking отель взяли в Москве. Вот. Ну и 20 уже января, снег, как краснодарцы, наверное, помнят. В этом году обычно не бывает нормального снега, не видим снег в Краснодаре, а тут в этом году как пошло, так не останавливаясь вообще круглыми сутками с такими прям снежинками большими, снег все идет и никак не остановится. Рейсы отменили в Краснодаре, вылеты отменили, и мы думаем, опа, что нам делать, мы опоздаем так. Значит, мы думали сначала взять либо минивэн, либо что-то такое, да, ну, поехать на машине, а потом мы подумали, что это слишком опасно, потому что дороги не очень хорошие будут в такой снег, если так в Краснодаре такой снег будет, уже представляете, что там в Москве творится. И мы решили взять билеты на поезд. Взяли билеты на поезд, вы не поверите, это так смешно было, когда, даже не смешно, это как-то судьбоносно, что ли, было. Мы когда смотрели билеты, чтобы купить, на вокзал поехали мой муж с братом, и оказывается, там осталось всего 9 билетов. И это просто, мы чисто выиграли лотерею, можно сказать. И вот у нас было буквально и вот прям именно в этот день, 21-го, были эти билеты. И, значит, получается, у нас было пару буквально часов, чтобы мы собрались и выехали с дома. Вот здесь мы прощаемся, посмотрите, родственники, свекор со свекровью, все собрались, и мы прощаемся со всеми, чтобы уехать уже. И вот нас везут в вокзал, мы поехали, значит, в вокзал, и тут мои родственники приехали, мои сестры, мой брат с женой, в общем, все мои родственники приехали попрощаться, потому что пришли попрощаться. Вот. Ну вот сейчас я покажу вам здесь, как они провожают нас. Это, кстати, они видео мне скидывали сами, как они снимали это все, как прощаются с нами. Эти все видео они скидывали мне. Вот так вот провожали со слезами, кто-то плакал, кто-то радовался за нас. Тяжело было, конечно, расставаться с родителями, с родными. Очень тяжело, конечно, расставаться, но... Такова была судьба, нам нужно было уехать, мы поставили себе цель и должны были достигнуть ради детей, ради будущего. Все нужно было изменить на 200 градусов, поэтому мы вот так вот вышли и поехали. Ну что, настал день X, мы приехали, значит, в аэропорт, хотя мы рядом жили, пешком даже дошли мы до аэропорта. Правда, мы жили рядом с другим терминалом, ну, нам нужен был другой терминал. Но мы вот пришли, значит, туда. И я помню, до этого каких блогеров я смотрела, все говорили, спрашивают, зачем вы летите в Канкун. Нам ничего не спрашивали, вообще ничего не спрашивали, просто вас смотрели документы, им нужно было, что у вас есть электронная виза, конечно, есть. Мы вот напечатали их, отдали. Я поэтому говорю, обязательно, чтобы все у вас и Booking, и все было напечатано, чтобы... Я не агитирую, просто я говорю, как мы делали, вот так вот. И у нас еще одна ошибочка была, мы взяли билеты, значит, такие, которые невозвратные, то есть нам деньги никто не возвращал за билеты обратные. Также и Booking, гостиницы мы тоже брали такие, которые, но мы не знали, что можно такие взять, которые возвращают потом, если вы не остаетесь у них. То есть такие моменты есть, тонкости. Вот, и нам, кстати, билеты до Москвы, то, что у нас просто потерялись, ну, как сказать, когда отменили рейсы, и как бы все, мы на поезде уже поехали. И за эти билеты нам не вернули, кстати, деньги. Они сказали, вы же не пришли на регистрацию. Хотя странно такое сказать, потому что аэропорт был закрыт, не было вылетов. О какой регистрации идет речь? Они затягивали эти рейсы все время и закрыли в конце концов. Ну, мы были виноваты, они никогда не бывают виноваты, это ясно. Вот, и мы прошли регистрацию нормально и сели, значит, в самолет и полетели 16 часов. Сейчас пару кадров ставлю, там сильно не снимала, потому что уже напряженность была какая-то. Вот, ну вот, прибыли уже в Канкун. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where... Вот мы уже в Канкуне, выходим с аэропорта, какое-то такое странное ощущение, смотришь, совсем другие люди, совсем другая, вообще все другое. Я почему-то чувствовала всегда запах у них, воздух у них пахнет тройным одеколоном, это я 100% вам говорю, это... Я вечно этот запах чувствовала, вот как будто вот он... Значит, мы выходим, там плюс 25, что ли, градусов было, а мы тут все в куртках, в сапогах, в каких-то этих... Выходим, там жара невыносимая, а мы так тепло одеты. В общем, это было очень забавно, мы столько смеялись. Ну вот, наши мужья искали, значит... Муж мой с братом искали, значит, такси, мы взяли такси, вот едем уже в гостиницу, вот наша гостиница, очень красивая была гостиница, очень удобная, в очень хорошем месте, очень чистая, они, значит, приходили, все время убирались, чтобы все было обязательно чисто, то есть за чистотой и порядком точно следили в этой гостинице, вот. Ну вот, заселились, уже была ночь, мы когда приехали в гостиницу, уже поздно было достаточно, уже детей уложили, сейчас покажу с балкона вам вид, какой у нас красивый был. Смотрите, какой красивый Канкун ночью, везде огни горят, бассейны светятся, хотя он и днем очень красивый, но ночью он особенно красивый. Видите, как красиво все. Все очень огромное, кстати, огромный номер был, мы 2 номера брали, и оба номера огромные, прям большие, очень удобные, две ванны были, ну, в общем, все очень удобно было, нам все очень понравилось, просто у меня состояние было, что все, давайте завтра выедем, потому что мне уже хотелось когда ты знаешь, что тебя ждет впереди. Многие, наверное, не поймут, о чем я говорю, кто не видел такие видео, а многие, может, и поймут меня, потому что хочется уже быстрее знать, что случится впереди. Ну что, на этом я закончу сегодняшнее видео. Чтобы сильно вам не надоедать, чтобы не сильно длинное видео было. В следующем видео я вам расскажу, как мы 4 дня провели в Канкуне, и куда мы ходили. Ну, я там много чего снимала, я вам все покажу, как дети плавали, как мы в ресторан ходили, как к океану ходили, будет очень интересно тоже. Там тоже природа нереально красивая, мексиканцы очень вежливые, очень гостеприимные люди. Вот, так что подписывайтесь, ставьте колокольчик. Я не знаю, как по порядку потом будет это все, но как-то вот так вот здесь будет. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и пишите самое главное комментарий, потому что я рада любой комментарий, любой совсем вот рада, пишите. Кроме, конечно, оскорблений, я так думаю, пишите. Может, какие-то вопросы у вас возникли, может, я что-то пропустила, потому что все-таки прошло 4 месяца, как мы здесь. Может, я что-то подзабыла. Так что пишите, спрашивайте, я буду с удовольствием отвечу на вопросы. Сниму, может, потом вопрос-ответ, чтобы интереснее было это все. Вот. Так что до новых встреч. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like Jim, waves on swim, anorak Tim's with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spent shit on gas. $150, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like.